От взрыва бытового газа и лесного пожара до потерявшегося в лесу велосипедиста и застрявшего на дереве кота. На ЧП серьезную и не очень, вот уже 13 лет реагируют сотрудники Химкинского аварийно-спасательного отряда. МБУ «Химспас» — это первая в Московской области муниципальная аварийно-спасательная служба. За эти годы у сторожил службы накопились сотни уникальных историй спасения. Когда наша служба проходила этап становления, и в этот период, вот, будем говорить, при массовой застройке частного сектора, очень часто были обращения в нашу службу по обнаружению не взорвавшихся боеприпасов времен Великой Отечественной войны. И при этом мы обязательно реагировали, выезжали и организовали взаимодействие по их, так сказать, обезвреживанию и в дальнейшем сопровождали на утилизацию. За 13 лет служба выросла с 6 до 48 человек. В 2015 году спасатели объединились с единым диспетчерским центром 112, на пульт которого поступило более 2 миллионов сообщений от горожан. С годовщиной химкинских спасателей поздравил председатель Совета депутатов Сергей Малиновский. Хотелось бы в первую очередь пожелать здоровья всем сотрудникам и ветеранам нашего учреждения. Ну и, конечно же, поменьше вызовов и побольше спокойных дежурств.